18 и 21 апреля в городе Кабул прошли международные товарищеские матчи дружбы между командами «Шурави» – Россия и «Ветеранов джихада» – Афганистан. Спустя 25 лет после вывода советских войск из Афганистана советские ветераны-афганцы и маджахеды встретились на поле – не боевом, футбольном. В Кабуле было сыграно два матча дружбы. В составе спортивной делегации российских ветеранов были и представители Омской области, которые по возвращении из Кабула поделились своими впечатлениями. Пресс-конференция прошла в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Омскую область на этом значимом международном событии представляли футболисты Шамиль Багизаев и Вячеслав Карташов, а также члены делегации Олег Ярцев, Виктор Рыжов и председатель Омского отделения Российского союза ветеранов Афганистана, помощник губернатора Омской области Андрей Иванов. Футбольные поединки прошли под официальным статусом. Это были ветеранские матчи ФИФА. Первый матч был в Кабуле, 18 апреля состоялся. И закончился он с результатом 1-0 в пользу российской команды, которая называлась «Шурави». Матч проходил на высоте 1800 метров. Для нас это непривычно. Мы практически не были так высоко в горах. Поэтому какое-то преимущество у хозяев было. Плюс то, что у них там были в основном футболисты, потому что по тренировкам, по играм сразу было, что настрой у них запредельный. Конечно, им хотелось обыграть нас. Был до этого товарищеский матч. После этого они добавили еще несколько человек. Ну, у нас, к сожалению, где-то 70% было тоже воинов и танцевистов, кто и воевал, и играл. Люди прошли по 2-1,5 года службы как бы, именно в Афганистане. На футбольном поле молодцы. И здесь доказали, что они... Настоящие бойцы, настоящие как бы спортсмены и представители действительно сборной России. Что касается, значит, результата, конечно, очень приятно выигрывать на афганской земле в очень непростом матче. На этом серия дружеских противостояний не завершилась. Планируется, что ответный визит афганских футболистов состоится в этом году. Матчи пройдут в Уфе и Омске.